Всем привет, сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжаем проходить игру Fable Anniversary. Давайте продолжим, у нас там задание было. В портал нырнуть. Джека нужно остановить, он активирует камни. По-моему, они жутко уродливые, и мне тоже неохота за них умирать. Наверное, этих надо убить первыми. Решено, дуй по тропе, а дальше направо. Знаете, Джека, денег. Угу. На себе так он ошибает любую защиту. Способность пробивает полностью всю защиту. Один раз накладываешь, один удар и вышибает. Вообще посреди опять защита. Ставишь и все, и нет его. Эти я вообще молчу. Просто как купил. Паром за этим ловишь вообще. Я вижу, что ты забрался с твоим мастером. Ну что мне с ними разбираться? Зомбарик. Ну что, Джеки? Значит, Мейс не справился. Хотя все равно он бы не дожил даже до сегодняшнего вечера. Он стал слишком стар. В этот раз ты опоздал. Место средоточия активировано. Но не волнуйся, я с тобой еще не закончил. Похоже, все, что он хотел, он уже сделал, но портал еще открыт. Ступай за ним, а я останусь. Покажу им, кто такая Брайер Роуз. И куда же теперь нас? Джеку место средоточия Учащённого озера. Давайте, мужики, не налегайте.
Надоели вы мне уже все. Да ладно, скоро что тут будет еще лезть-то. Прокачка пошла. Давай, мочи. Да ладно. Пипец. Разбор полетов начался. Еще одно. Дергание. Не думал, что ты сюда доберешься. Тебе за мной не угнаться. Как тебе нравится мой новый мир? А ведь это лишь тень будущего величия, мой мальчик. Осталось всего парочка. Вот зараза. Джек у места сосредоточения пещеры Хоббов. Не будем отвлекаться, сколько на этой хуже. Сразу пойдем в нужное место. Так, давай. Ты! Тебе привет от Леди Грей, пацан. Я перебил их целую толпу, а у меня уже не осталось сил.
Джек творит какой-то ритуал в центре пещеры. Я не могу тебя забрать. Ну что, пошли. Последнее. Тебе нечего мне противопоставить. А теперь меня ожидают твоя плоть и кровь. Будь он проклят! Опоздали! Он уже на холме палача. Туда же идут и все остальные. Ступай за ним. Я же без сил. Мне нужно отдохнуть. Ну давай, давай, что нас тут ожидает, интересно? Джек добрался до места средоточия на висельном холме. Останови его! Хорошая вещь, но, по-моему, на меч лучше приставить. Урон поменьше, но у него скорость атаки получается больше. Я пробегу. Не буду сражаться. Дольше будет возня, они бесконечные тут будут сидеть. Он даже явно больше таки больше. Стоит тут вообще. Ладно, погнали. Последний активировал, не успели. Милая Скарлетт, надеюсь, в ее иссохших жилах еще осталась какая-то кровь. Хотя смотрите-ка, пополнение прибыло. Ты готов увидеть, как пылает твоя гильдия? Не позволяй ему! Сто тысяч, нифига себе. Джек сделал это. Он активировал их всех. Ты должен попасть в палату судеб. Так. Ярость богов. Купить максимально. Щит. Максимум.
Исцелению уже не хватило. Ты получил новое задание. Мы ничего не могли поделать. Он так силен, так силен. У него твоя мать и сестра. Если кто-нибудь из них погибнет, помоги нам всем, Або. Останови его, сынок, ради всех нас. Короче, сразиться с Джеком. Погнали. Что же нам еще остается делать? Нет, чего у нас отправляется? Так, вообще, что у меня сейчас одето из стрелкового? Так. Стоять! Посмотрим, что нас там ждет. Трогательная встреча, мать, сын, дочь и меч. Не хватает только одного. Говнюк убил нашу маму. Осталась только твоя кровь. И тогда я спалю этот мир. Да ладно. Вот и все бегаешь от меня, мудозвон ты.
попал, что ли? Успел вовремя. Вот и выбор. Помнишь, я давным-давно говорила: убей меня мечом вечности, и обретешь могущество, о котором Джек не мог и помыслить. Или брось меч в водоворот, и тьма его сгинет навеки. Так что же ты сделаешь, братик? Да, бросим водоворот. Хоть и жалко, но сестренку убивать мы не будем. Она и так намучилась у нас за свою жизнь. Они оба там, где им место. В небытии. А мне пора найти свое место. Оно не здесь, я знаю. Маска Джека. Герой одержал верх над Джеком из тени и отказался от темной власти меча. Когда он вышел на свет, толпа выкрикивала его имя. Он шествовал подобно живой легенде. Шли месяцы, гильдия возрождалась, стены ее были отстроены заново, порядок был восстановлен. Терезе было тяжелее. Стремясь исцелить боль от страшных ран, изуродовавших ее душу, она удалилась в дальние края. Прошел год. Избавленный от власти Джека Альбион постепенно ожил. И величайший из всех героев, наконец, смог обрести покой. Прости, что я тебя отвлекаю, но мы получили весть от Жнеца, одного из старейших героев. То есть, он давно покинул гильдию и сгинул в северных пустошах, но теперь... Хотя, пожалуй, отправляйся лучше к помосту у ворот гильдии, сам все и увидишь. Зайди в гильдию за заданиями. Ты получил продолжение банкета. Сразимся бок о бок во имя добра. Так, и где цирюльник здесь? Нормально! Довольно с собой, не так ли? Здесь оружие. Здесь просто всякая хрень. Ура! Здесь таверна. Отлично! Ура! Мы могли бы встретиться позже. Ура! Ты сегодня занят? Ура! 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 Мы могли бы встретиться. Ура! Yeah.
Так, пророки огненного сердца. Так, гильдия героев. Заодно и прокачаемся. Так. Нужно вернуть сына старосты с очковой просеки, который похитил ради выкупа. Ну, возьмемся. Шпиона выводить не будем. Завалит его там, и ладно. Ярость богов максимум. Давайте покачаем меткость. Ё-моё. Сразу на 100 уровней качнуть. Так, а маги? На исцеление надо больше. Стал достаточно ловок, чтобы выучить жест отмычка. Так, снаряжение. Бутылок-то новых никаких не было. Ничего нет нового. Надо что-то сделать с внешностью, что ли? Многие погибли. Я полагаю, что эти создания, что это призывающие. Здесь потерпел я неудачу. Я попытаюсь сдержать их на пути к материку. Но мне нужна помощь. Сильнейший из вас пусть предстанет у врат за помостом. Сердце огня сокрыто за ними. Лишь избранному дано будет узреть пророков. Сила сердца сможет призвать корабль-призрак. Но поспешите, пока все не... Жнец? Жнец! Вот так всегда. Скорм. Утром врата ожили, но никого из нас так и не впустили. Говорят, мол, мы все недостойны. Решать тебе, герой. Ты одолел Джека в честном бою, если она и тебя не пропустит. Он дело говорит. Займусь-ка я своим исконным ремеслом, да покопаюсь в книгах. Нужно выяснить, что это еще за призывающие. Ну, с Богом. Вот он, отважный аватар. Заткнись, он сейчас заговорит. Думаю, мы сделаем вам специальное предложение, сэр. Лучше вы мне что-нибудь другое предложили. Пророки сердца огня ждут тебя за воротами. Эй. Так, надо зайти в город. Постричься, что ли? Надо хоть задание-то повыполнять здесь, оставшееся. Желаю приятного дня. Ура!
Не на что, цирюльничек. Так, цирюльничек открыт. Рада видеть. Ты победил! Ты правда победил! Так, привлекательность плюс 50, минус. Под горшок. Так. Что слишком. Бритая голова. Заурядная борода. Борода с бочками. Привлекательность нужно поднять, ужасность добавить. Ты победил! Ты правда победил! Ужасность минус. Привлекательность на максимум. Стройный. Угу. Ура! Так. Ужасность плюс, привлекательность минус. Ужасность плюс 100. Так, из бородок у нас, по-моему, ничего не было. Археолога похитили. Ура! Эй! Мы могли бы встретиться позже. Ура! Ура! Ты победил! Ты правда победил! Извини, не понимаю. Ура! Эй! Ура! Приятных впечатлений от визита сюда. Да. Да! Да! О, да! Короче, жениться не удастся. О, да! Рад вам так, услужить. Так, даешь ты у нас. Пойдем тогда активировать. Ворота. Раз никому мы, так сказать, не любы.
Кстати, с какого хрена мое снаряжение в виде палки? Прислал вести из северных пустошей. Чем я могу вам сегодня? Милорд? Пророки сердца огня ждут. Ты принес маску Джек-Вестей. Пророки предсказали приход столь легендарного героя. Появление призывающих в северных пустошах знак новой угрозы, зависшей над всем живым. Мы давно ожидали этого знамения. За моими стенами закрыто огненное сердце. Ты будешь говорить с пророками, что стерегут его. Ты можешь войти, но бойся огненного сердца. Многих оно сожгло. Погнали. Что уж делать-то? Мы пророки огненного сердца. Судьба привела тебя к нам, герой. Зверь восстает на севере. Остановит его лишь тот, кто добудет сердце. Его тайная сила поведет тебя через море. Там ты столкнешься с таким злом, что даже смерть не идет с ним ни в какое сравнение. Да елки же палки, скажи ему просто, чтобы нас выпустил. Да-да, я как раз к этому подхожу. Чтобы получить огненное сердце, тебе надо решить загадку дня и ночи. И тогда мы получим свободу. Взгляни вот на эту доску. Всякий раз, когда все луны будут обращаться в солнце, один из нас будет получать свободу. Но заполни доску лунами, и один из нас умрет. Тогда тебе не получить огненное сердце. Что? Ты сказал, что он его получит, даже если все мы погибнем. Я слышал? Тихо ты, недоумок. Смотри, все очень просто. Решаешь головоломку, получаешь сердце, а мы свободу. И все довольны. Идет? Танцует. Ну что, погнали. Так, чтобы сводить каждую пробку, превратите луны в солнце, пройдя по ним. Если все квадраты превратятся в страну Луны, говорите. Ты хорошо начал. А он неплох. Так, спасибо, есть. Герой. Береги сердце. Так хочется свободы. С месяца на солнце? Хорошо. Солнышко, давай, поспеши. О, что случилось? Свет такой красивый. Я здесь, матушка. Да, накрыла чувака. Теперь освободи меня и проси, чего хочешь. Правильно, продолжай. Почти готово. Скорее. Свобода, что съела вечное заточение. Так,
Ты мудр и благороден, герой. Ты это понимаешь, что там месяц вышел? Ах, как благородно! Ты настоящий день. Берегись, если не поспешишь, худо тебе придется. Нет, что худо, вас-то завалит. Я присоединяюсь к своим товарищам. Ура! Хорошо, только не напутай. Вот так, солнце. Теперь продолжай. Поторопись, а? Блин, я вообще запутался. Сейчас можно сдохнуть, такой, потому что нельзя подлечиться. Надо будет тебе открытку прислать. Огненное сердце. Ты добыл огненное сердце. Прекрасно. Я знал, что ты справишься. Бьюсь об заклад. Пророки тоже не дураки пошутить. Тебе всегда достается самое веселое. А я тут занялась изучением этих самых призывающих и начинаю думать, что выбрасывать меч вечности была не самая лучшая идея. Скверные твари. Хотя теперь уже ничего не поделаешь. Может и нет. Конечно, это всего лишь легенда, но сотни лет ходят слухи о том, что где-то в гильдии спрятано мощное оружие, в котором заключена сила всех героев, упокоенных здесь. Правда, в последнее время никто этим не интересовался, кроме Мейза. Он-то был одержим поисками. И мы теперь знаем, почему. Осмотри его башню, может быть, выяснишь что-нибудь. Но да, не забудь, да. Обязательно нужно поместить огненное сердце в маяк на Крючьем берегу. Оно призовет корабль, который отвезет тебя в северные пустоши. Удачи, герой! Могу я вам что-нибудь посоветовать? Так. Вот он, отважный аватар. Ты получил новое задание. Погнали. Так, нужно найти меч. Загоняем-ка в его башенку. Сегодня я нашел лучшее на данный момент описание легенды Слизерина. Третье, наконец-то я нашел свиток, в котором указано, где найти. Очень простого требуется лишь прочесть надпись на пустой могиле на кладбище гильдии. Ну, пойдем.
Это что за баги такие тут? Приятных впечатлений от визита сюда. Так, здесь. Мы видим, что ты чист сердцем и пожертвовал великой властью ради блага нашего мира. Нашли тебя достойным героем, да поразит слеза Ава в твоих войках силы зла. Оба-на. А вот и меч взамен того, что мы выкинули в пропасть. Так, снаряжение. Так. Слеза Ава, 230 урона. Большой топор, 240. Модификатор здоровья, модификатор маны, модификатор опыта. Использовать. То есть он восстанавливает здоровье, ману и опыт еще качается. Цена у него, конечно, жестокая. Мне топор, блин, больше дает урона, чем слеза Ава. Ну ладно. Так, куда у нас тут теперь ведет наша дорога? Нужна помощь. Уверен, вы найдете что-то себе по душе. Рыбу, морковь, всякая хрень, короче. Продать тебе оружие можно? Ты вообще ничего не берешь, не покупаешь. Ты маленький негодник. Да ладно. Ты должен поместить сердце в моя... Ну ладно. Поместить так поместить. Где у нас там... Побережье. Перенестись. Ну, стражи же. Герой, я ожидал тебя. Как видишь, жителей вывезли по приказу главы гильдии. Что-то серьезное, а? Да, не просто было так быстро всех отсюда повывести. Но на то мы и стража. И не в таких передрягах бывали, скажу я тебе. Хотя сейчас, наверное, не время для болтовни. Оставляю все на тебя. Удачи. Так, маяк. Ладно. Фига, скорость атаки. Погнали наверх. А, вот здоровье само автоматически восстанавливается. И мана быстрее, и здоровье восстанавливается. Я так поняла, что сердце огня на месте? Чудно. Жди меня внизу. Корабль появится, как только энергия сердца достигнет максимума. Какого черта? Призывающий! Он пытается разрушить сердце! Мы должны его защитить! Его надо остановить, пока он не разрушил сердце! А у нас гости! А это только лучше, чем я думаю! Слеза вообще комсай. Рулит. Новые призывающие. И сердце еще не вошло в полную силу. Вперед! Где эти призыватели? Руби их! Защищай огненное сердце!
бегом, слышишь, атаки с этим мечом. Руби их! Руби их! Ну что, шрамилка нафиг мне, нам нужно делать дыру. Защищай огненное сердце! Мимо меня не прошу! Вообще бы смысл, будет мимо. Останься последним призывающим! Так, ты мелкий. Огненное сердце в опасности! Так, где там призывающий еще один? Я из него шкурку сейчас выбью все. Вектор не разнесет. Ну, вот и твой транспорт. Выглядит уютненько. Угу. Когда ты достигнешь северных пустошей, твой амулет активирует местные телепорты. Вообще-то жнец и сам бы мог это проделать, если бы не избавился от своего амулета еще до прибытия. Видать, не хотел, чтобы Мейс пронюхал о его планах. Что ж, 7 футов под килем. Когда встретимся снова, может, поиграем в снежки? И странный безмолвный корабль взял курс на безбрежную зыбь. День за днем резал он волны, следуя своему курсу неумолимо, как и положено призракам. Пробил час, и ледяные пики прорезали дымку, окутывавшую горизонт. То были берега затерянной бухты, за которыми простирались северные пустоши. Карта. Так. Достижение очередное получили. Прибытием в северные пустоши. Я уже боялся, что ты потерялся. Да ну. Меня зовут Жнец. Хотя стараниями Мейза давно забыто имя это в гильдии. Прошу прощения, что не встречаю тебя лично. Я должен оставаться в этой деревне, дабы защитить ее от призывающих. Ужасны твари сии. Но весь их ужас не более чем тень той великой силы, что пробудилась в этих краях. Встретимся на севере, в Белогорье. Там я поведаю тебе все. Затем мы обратимся к древнему оракулу этого места. Молю богов, чтобы нам удалось его пробудить. Он один способен нам помочь. Ты получил новое задание. Так. Эй, алтари заработали? Отлично. Я поболтаю со жнецом, а потом осмотрюсь тут. Еще увидимся. Здесь что-то наоборот сундуков ничего нету. Ну, что-то могилка. Так. Копнем-ка. Что-то нашли. О, серебряный ключик. Тридцать ключей. Ни хрена себе. Так, здесь рыбку поудить можно. Так, что он поймали? Эликсир жизни.
Это разве не тот, который здоровье поднимает у нас? Правильно. Теперь мы еще толще стали. Скоро нашу задницу ничем не промьешь. Еще сундучок. Это 3 исключения найти, мы почти 20 нашли уже. Воскрешение, нахрена они нужны. Еще ни разу полностью здоровье не спустил. О, сундучок еще один. Только вспоминал про сундуки, и вот их сразу тут навалилось. Шлем воина света. Ух ты. Что это у нас за снаряжение? Четыре. А это что у нас? Шлем воина света. Так, привлекательность не меняется. Одеты доспехи. Угу. Модификатор мировоззрения. Плюс 5, минус 7. Шлем воина света. Ну, получше, в принципе. Оденем его. Так, портал у нас тут. Пробежимся, посмотрим, что здесь есть. Только не говорите, что это ледяная дура. Были земляные, каменные, те ледяные. Хрена он мне. Это жирнее было. Да, да, то в следующей норе не будет долго его мутить. Его он вообще не бьет. Все. Кинул ласточку. Так, сундучок еще один. Так, снаряжение, зелье. Так, ну уже тут пожирнили жестоко. Да, много вас тут.
Я думаю, что с такими темпами будем и долго идти. Потому что тут много-много надо убивать. Ёкарный бабай. Сколько мне тебя убивать-то? Я думаю, на этом лучше закончить. Но только надо переместиться в гильдию. Потому что иначе здесь нам не дадут жить. Так, гильдия героев. Заодно мы же посмотрим, что можно прокачать там. Так. Порта мы там активировали. Но на этом, я думаю, все, в принципе, и закончится. Так. Посмотрим, что можно прокачать. Вот. Так. Меткость невозможна. Хитрость можно. Так, стена. Призыв, исцеление. Град стрел. Исцеление. Так. А тут у нас прокачан. Так, давайте исцеление включаем. Надеюсь, это максимальный. Также у нас что еще остается? Щит максимум, призыв, похищение жизни. Кулак воли. Так, град стрел-то я могу качнуть? Нет, не получится прокачать. Кулак воли. Огненный шар, стена огня. Купить. Все. Ладно, на этом мы закончим прохождение данной части игры. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, оставляем комментарии под видео. Ждем дальнейшего прохождения игры. Всем спасибо за внимание. Всем пока.